Друзья, всем огромный привет! Вот и подошел день моего отлета. Я собираюсь, мы уже все, чемоданы вынесли, последний ноутбук, сумочку собрали. Ну и все, вот здесь я прожила 4,5 месяца. Ох, теперь надо уезжать домой. Когда-то это все заканчивается. Ну ничего, будем надеяться, что снова скоро приедем. Собрала, короче, я вещи. И что вы думаете? Естественно, у меня ничего не вошло в чемоданы. У меня тут уже, смотрите, целый гардероб, уже пол шкафа вещей. Обувь пооставляла, сумки не смогла взять. В общем, много чего оставила, потому как некуда. Здесь все собрала, да здесь ничего не было. Ремонта же здесь нет. Мы здесь и не жили. Пол надо будет делать. Ну вот, так, сейчас поднимемся и в путь. Ну что, ребята, вот мы поехали, отправляемся в путь уже. Поехали мы в Миннесоту, в Миннеаполис. Меня провожает мой внук, любимый, да, внук? Он хочет спать, доченька и зять, Ярик. Все обозначились. Ой, смотрите, машины везут. Очки его я мужу своему мою. Настроение? Какое у меня настроение? У меня муж спрашивает, Юра, говорит, Лариса, как у тебя настроение? Я так переживаю за тебя. Я говорю, да все хорошо, Юра. Ну, говорю, тревожно маленько было. Ну, сейчас вот села, все вроде свои. Знаете, уходила, как будто из дома. Ухожу, вот должна вернуться, там вещи разложила. Вот это здесь, я ничего, скоро приедешь. Ну, доча это, конечно же, будет искать что-то, будет мне звонить, спрашивать, куда я положила. Да я, в прошлый раз ты уехала, я, наверное, тебе до самого приезда звонила, где чего лежит у меня, спрашивала. Я ей начала говорить, доча, таблетки в посудомойку заканчиваются, мешки мусорные заканчиваются. Ну, ты у меня на хозяйстве уже была. Ну, в общем. Мами! Что, Алекс? Я только список составляла. Что, Алекс? Что? Ой, сколько мы проехали уже? 2:39. Но мы останавливались на заправке. Уже в туалет ходили. И сейчас вот Джаред тоже пошел на заправку. 2:40 мы проехали. 54 минуты осталось. Еще час, да? Ну, и до отеля же надо еще добраться. Там ну, тоже. Мы сейчас в Мол поедем сразу. Ничего необычного. Такая же жизнь, как и везде, да? Такие же люди. Те же люди. Тот же воздух и та же вода. И небо такое же голубое. Двигаемся вперед, друзья. Спать хочешь, ты что? Устала? У Алекса рот не закрывается. Мы приехали в Миннеаполис. Ехали мы 3 часа, где-то 30 минут сюда, в Миннеаполис. Теперь едем уже по Миннеаполису, вон сколько времени. Тут город раскинулся. Протяженность его большая. Не знаю даже, сколько километров протяженность этого города. Я не знаю, Наташ, мы куда едем сейчас? Mall of America? Ага. Ну вот, по дороге. Потом, может, что-нибудь еще сниму. Ребят, смотрите, какие мы смешные. Мы с дочей раздетые, ну и Джаред с нами. Алекса приодели. Надо снимать опять это. У нас, представьте, вот все это, коляски эти, куртки. И еще с сумкой. Сумки тоже, куртки. Короче, по полной затарились. Да я иду. Что, замерзла? Эй, маме! Я
погнали. Вот он, Mall of America. Тут чего только нет. Может, наверное, целый город вместится. Не говори. И паркинг, и отель, и рестораны, и комеди-клаб. Здесь мы ходили. Я если не совру, тут, по-моему, 500 тысяч квадратных метров. Вот это все здание. Обалдеть можно. Алекс довольный бежит. Он так хотел в отель, в отель, в отель. Всю дорогу радовался. Надоел ему дом. Мы в этот раз-то особо так-то и не выезжали. Раньше мы, когда я приезжала, мы ездили к сватам. У них ночевали по 2-3 дня. 452 тысячи квадратных метров. Обалдеть! Вот это да! Когда его построили 20 с чем-то лет назад, это был самый большой молл во всей Америке, торговый центр. Ай, я знаю, Алекс, я вообще вся замерзла. Нюка, ты мне руки замерзла. Давайте, открывайте. Thank you. Ой, ай, Джаред. Хочешь, что ли? Конечно. Все, я перестаю снимать. Okay. Все, включай. Это, ребят, тут такие туалеты. Я там не снимала. Обалдеть. Вот все вот такой плиточкой и мозаикой. Алексей, ты в детстве видишь, чему он вообще будет удивляться? Да это вообще-то нормально должно быть. Сила. О, полиция. Не туда хотим. Мама, Грэмпа сейчас кроу. Awesome. Сюда и направо. Дочь, я тут посмотрела, куда нам идти, чтобы мы не блуждали, не блукали. И мы идем дальше. Если там были свитера эти, свитшоты, South Dakota, то здесь Миннесота. Не South, а South, мам. South. Я South все время говорю. О, игрушечный магазин. Я как ребенок, я люблю игрушечные магазины. Все очень красиво. Мне нравится. Светло, хорошо. Old Navy. Отдел. Ага. Алекс, держи дади. А то потеряешься. А где тут канадский гусь? Ну, мама, где-то недалеко был. Майкл Корс. Вот здесь вот дорогущие сумочки, скорее всего, не так, как в TJ Maxx. Ну, тут последние. Ну, и тут Disney. Модные самые. О, Disney. Я обожаю магазин Disney. А вон Gap. Disney – это моя слабость. Я готова сама там покупать. Columbia чтобы должен... смотреть на нее, порадоваться. Columbia должен быть с этой, а вот North Face, гусь должен быть с этой стороны. Да? Ну. Ой, и этот вот фирма. Посмотри, вот это. Я же тебе говорила. North Face. North Face. Ой, что-то не могу понять, а где этот гусь? Да он не здесь. Но я в прошлый раз не помню, чтобы мы ГАП проходили. Мы каким-то другим путем зашли. Мне надо было, ну да. Джанни и Джак зайти, я хочу подарить подарок для девочек. Там Frozen поет. Тут все модное вообще. Мы как-то были. Может, зайдем, не знаю. Для модной семейки хочу подарок купить. Они все выбрасывают, все отдают. Я этот тоже люблю. Эй, а где Алекс с Джаредом? Вон они. Ну зачем вам с нами идти? Каман, вон дальше будет. Тут уже все, вот Лего, Кельвин Кляйн. Ой, Лего, я в Лего пойду. Ой, ты везде пойдешь. С Алексом. Сейчас нагуляешься. Я сейчас Алексу куплю какой-нибудь Лего. Давай здесь проверь. Ну, Кельвин Кляйн был. Вот сейчас нам еще раз надо будет завернуть. Скорее всего.
Да, да. Вот здесь я уже это. Мы здесь были, потому что я. Чикос. О, какие модные дамочки. Модные манекены. Повзрослее уже. Совсем 20-летних. Ну, я думаю, там. Знаешь, тебе о, тоже. Пилотон. На, ну, сюда тоже. 30 будет, буду в чикус одеваться, буду старухой уже. Ничего себе, 30 старуха. Да тогда я кто? Представляешь, мы в один раз в гости заходили, я тут померила платье. Пришли мы в Колумбию. Представляете, это вот мужские такие сапожки. Прорезиненные. Ну, по сырости, по слякоти ходить. Ой, тут музыка. Не знаю, что-нибудь получится или нет. Так, носочки, одна пара носочков стоит $18. Вот это вот отдел Колумбии. Ну, тут разные носки абсолютно. Я вот нашла три пары за 10. Ну, плюс налог, что там получится. Мне нравятся вот такие носочки, ну, чуть-чуть подлиннее. Все, мы сдали куртки. Ну, ты отойди в сторонку от женщин. Я пытаюсь одеться. Доча решила тут скидка. Что это? 50% сейл? Ага. Ну что, мне идет, нет? Мне кажется, она такая. Какой-то ужас. Рукава длинная. Нет, все, я пошла. Я еще на нервах, потому что... Сумку не забудь, не говори. Мы хоть покушали, я спагетти готовила, такие вкусные спагетти с фаршем. Обалденные, да. Ну, перец, муж все пережарила. Муж мой не захотел, он был не голоден. Сейчас зато злой, как собака, потому что ему надо пожрать. И Алекс, really hungry. И Алекс тоже, really hungry. Так он-то в 11 ел вообще. Не говори. Ладно, Алекс. Ну, не говори. Ребята, не представляете, как тут пахнет. Все ходят такие надухаренные. Обалдеть, зайти никуда невозможно. Рядом с кем-то пройти. Вот как будто на себя полфлакона вылили духарей. Мы зашли в Canada Goose. Вот он, настоящий Canada Goose. У него ценники, мама дорогая. Мами! 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 Я вот. I'm show something. Yes. Мами? What? Я вот думаю, мы в одном лифте. Алекс, помахши ручкой. Скажи bye-bye. Стой, мы не уходим. Я пошла! Пошутить хотела с ним. Ну, я вам... Смотрите, мы пришли. Мимо проходим. Тут это такой ресторан. Нет, это мини-гольф. Мини-гольф? Да.
тоже я очень говорю, интересное прерии занятие. Какие-то прямо. Интересное занятие мини-гольф. Весело. Веселое времяпрепровождение. Хватит тебе кенди. Тебе покушать надо кенди. Будем неполезную еду кушать. Почему? Ну он. Он же суши не ест. Мы ему пытались суши заказать, он не ест. Так всегда вкусно пахнет везде. Сладостью какой-то. Парикмахерские. Мама! А? You what? Okay, Alex. Ooh, Marshalls. Бусы. Бижутерия, украшения. Смотрите, проходим мимо. Девочки ногти красят. Смотрите, какие кресла. Мама дорогая. А тут вот платья, костюмы. Тут идем и каждым... И каждым отделом восторгаемся. Угу. Да, прям. Мягко. Да, точно. Все жилеты и кофты. 100%. Ну. И пончо. Смотри, какой пончо. И запахи, запахи. Нас сопровождают везде запахи. Сладостями какими-то везде, отовсюду. Куда идем мы с пятачком? Это парк. Да, аттракционы. Да. Тут можно не выходить, несколько дней провести и все не обойдешь. Да. Я дочь говорю, все не буду снимать, пленка закончится. Сама за камерой тянешься. Ну, вдруг девочки что-то не увидят. Хочется вам все показать. Yeah, that's right. Getting a massage for one of them. Мы, честно сказать, сами не знаем, куда идем. Мы, может, притворяемся, что он в курсе. Но он не в курсе. Я мы это уже знаю. Здесь были. Мы уже нет. Нет, не в этот раз, а я вообще знаю, были. Нам нужно назад идти. Он сейчас скажет, ой. Нет, мне кажется, мы сейчас завернем и пойдем туда, где еда. Там какой-то там ресторан. Мы же один раз там заказывали, помнишь? Еду кушали там. Там еще были костюмы какие-то. Тем более. Ну, тут, кстати, бабочка, смотри. Смотри, бабочка крылышками машет. Ты видишь? Да вижу. Где? Ну, ты хочешь попробовать? Не хочешь? Боится. Привет, теперь боится. Вот он, человек, стоит в этом костюме. Ужас. Неужели человек хочет это делать? Мне просто интересно. Ну, а что, если у него другой работы нет? Вот все начинается тут. И Панера Бред. И что там? И пошло, и поехало. Везде можно что-то поесть. Фастфуды. Как это называется? Что? Ковбой Джакс? Да, Ковбой Джакс. А тут сладости, мороженое. Если все... Бургер, бургер. Ой, я не знаю, сколько мы шли, шли, шли. И наконец мы пришли в суши. Как это называется? Машу? Масу. Масу.
сейчас нас посадят за столик. Тут более-менее свободно, да? Везде как-то забито. A what? High chair? No. No. Решает, куда к нас посадить. Не нажимала там кнопок? Не говори. Посадили нас вот сюда вот. Столик такой. Смотрите сзади, что у нас там. Кошечка. И там сверху какие-то фигурки. Там бар. Ну, короче, удобненькое место. Ну, вот всегда мне не нравится. Вот смотрите, сколечко места вот здесь. Вот. А, ну так ты чё? Зачем так подвинула? Well, yeah. How's it going? Good, how are you? I'm doing really good, thanks. I'm... Что, совсем удалить, что ли? Нет, ну давай, говори. Короче, я хотела поздравить Таню с днем рождения. Таня, мы уже начали твой день рождения отмечать. 24 января сегодня. Мы еще завтра отметим. Поздравляю, ей 30 же лет. Угу. Поздравляю тебя, Таня, с днем рождения. С юбилеем. Да, желаю тебе счастья. И чтобы девочки твои тебя слушали. А муж? Муж, что, муж должен слушаться, что ли? Ну да. Должны в согласии жить тогда, чтобы не ругались. Ну вот, видишь, сопросилась. И всех Татьян с днем Татьяны. Будьте счастливы, Татьяны. Принесли нам суши. Я тоже тут пью воду. Васаби много взяла. Прям остро вообще. Очень вкусные суши. О, Наташа аж плачет от васаби. У меня такое впечатление было, что у меня башка сейчас взорвется. Бедная ужас. Девочка. А это что такое? Это горячее принесли? Ага, это в этом. Масло. Да, вот все наше. Мы покушали. Я наелась от пуза. Так все вкусно. Подними конфетку. Так твоя, что ли? Нет, Алекс. Алекса. Смотрите, какие шахматы. Так это шахматы с доской продаются? Ну да. И маленькие вон есть. Посмотри, вон там какие. Побольше. Как они стоят? 200, 300, 369. А вот эти внизу, которые, они с чего интересны? I like classic. Yeah. Ой, а вот смотри, какая доска интересная. Что это за шахматы? Три. Ну, чтобы, наверное, три игрока было. Было. Ага. Обалдеть. А вот как стеклянные, да? Белые. Стеклянные тоже симпатичные. Ну, странные. Ой, это же нарды вот это. Угу. Блин, я помню, я любила нарды. А я их продала, нарды. Ты даешь. А что, вам нужны были? Я помню, я с детьми в нарды игралась часто. Я что-то притомилась. Столько прошла. Да еще поели так. Я плотно так поела. Вкусно так все было. Прошли все отделы. Эко, Скетчерс, Аберкромби, Китс, Аберкромби, Фит, что-то, не знаю, что там написано. Потом смотрите, Мерл. Что тут еще есть? Сваровски. В общем, все сверкает и сияет. И люди с такими пакетами ходят. На коляске даже загружают. Все, молодцы, конечно. Хорошо, что есть. Деньги все весело. Ой, а я наелась, мне ничего, я охота, я зеваю. Эй! Мы здесь! Мами. Ой! Девочки, смотрите, доча тут примерку устроила. Сколько вот эта вот верхушка? $100. Я думала, она 40 стоит. А вот эти штаны? Смотри, тут а штаны 90. Смотри, тут вот корма. И сюда корма. Ну, не знаю, $100 за это платить. 190 этот костюм. $100, девочки. Ну, красиво, ну, чё к чему. Ну, в TJ Maxx пошопимся, да, доча? Ой, все, нашопились, ребят. Смотрите, время уже 21:20. У меня уже ноги не ходят. Ну, конечно, если бы я... Да, если я хотела сказать, была в кроссовках, Скетчерс даже, это было бы... О, как классно! Dad, where is your
your Under Armour bag? Oh, okay. Купили. А это мой муж-то не дурачок. Смотри, в кроссовках идет. Ну, не говори. Да еще это, он прикупил себе. Трико. А вы купили какие-то пироженки, макароны, да? Макароны, ага. Макароны, сейчас покажешь. Разноцветные. Видите, какие красивые выбирали. Выборочно. Дорого, конечно, все. Ну, мы, господи, 3 раза в год отдыхаем. Поэтому. Хотя нет, там вот в сентябре отдыхали. До этого в мае. А до этого мы не отдыхали. Ну вот. Ну, май, сентябрь. 2 раза отдохнули. Теперь в этот раз сейчас, потом в феврале. И потом не знаю, когда. 2-3 раза в год вот так. И все. Надо же разбавлять тяжелые трудовые будни счастливыми моментами. Пожрал и счастлив. Вот как вот тут похудеешь? Вот реально, ребята, идешь. Во-первых, запахи. Во-вторых, все вкусное. Кроме этого, дают тарелки вот такие. Алексу какую тарелищу дали. Не говори. Пойдем, Алекс, садится. Все, прощай. Ну, это все уже прощальный аккорд, наверное. Смотрите, это мы вдвоем с Натахой затащили все. Ой, причем одним разом. Это просто обалдеть. Я поехал с Алексом машину парковать. Мы здесь не были. Да я посмотрела уже. Отель называется Хилтон. Хилтон? Какой у нас номер? 600 какой-то. Компьютеры стоят, можно бы было использовать. Ну, не говори. Прямо отдыхать можно. Сейчас трансушку зовут. Зашли в номер, смотрите. А, верхнего света нет. Да это вечно, в отеле никогда верхнего света нет, мне так это раздражает. Наверное, чтобы люди отдыхали. Нет, наверное, чтобы они не оставляли. Что, Алекс? Because he's going potty. Алекс уже. Ну ему же надо в туалет, ты чё? Ну, как это? Дади пошел. Какой ужас. Понятно, вот такой вот у нас номер, короче. Простенький. Мы уже сейчас понакидали всего. Ой. Последний раз вы меня провожали, когда? Мне понравился номер, мы где-то на верхотуре жили. Там 2 кровати, диван. Да, мне тоже этот понравился номер. Вот это самый, наверное, суперский был. Что говорит? Выходи, говорит. Вообще обалдел. Алекс, ты чё? Он, короче, говорит. Ну что, Алекс, тебе тишина в отеле? Говорит, надеюсь, когда мы ехали, надеюсь, в отеле будет тишина. Хоть поговорить. Ему мешают везде люди. Мами, что ты орешь? Алекс, ты сказал, ты поговорить хотел. О чем хочешь поговорить? А? Все, короче, Алекс хочет спать. Слушай, Натаха, он с Джаредом будет спать, да? Ну, наверное. Нет, наверное, с тобой будет спать. Со мной? Мами, I can take it off by myself. Ну, давай. Мы с Дучей пошли вниз сделать трансушку для девочек. Давай, пойдем вниз. Ой. Стою и смотрю. Дуча как всегда в своем репертуаре. Ты что, это записала? Конечно. Я хотела вам показать. Тут даже принтер девочки есть. А тут сейчас засмотрелась на ребенка. Пошла в бассейн, хотела покупаться. Там народу больше, чем людей. Так, ой, извини. Так там еще, знаешь, народ какой. Ладно бы там спокойные взрослые люди, а там дети. Меня дети раздражают в бассейне. Они как дурочки прыгают туда-сюда. Меня больше всего раздражают тинейджеры. Так, я сейчас буду доставать все сама. Иначе тут у меня тут... Тут у меня будет. Да у вас кейс неудобно, я-то не привыкла. Мой открываешь? Вон это. Ну, он так всего открывается. Так. Не поняла.
Ой, я привыкла, у того-то компа там такая зарядка. Эй, мужик, батарейки забыл. Ладно, будем записывать трансуху. Good morning, guys. Good morning. Мы пришли на завтрак. Я взяла себе сок апельсиновый, фрукты и сосиски с картошкой, по-моему. Ничего, удобно. Мы приехали в Mall of America. Для America of Mall. Это все сделано из кусочков Лего. Вот тигр, буйвол там, ну все-все-все фигурки, даже трансформер сделан из кусочков Лего. А вот здесь вот дети подходят, собирают что-то. Такие маленькие детальки. Мало того, что собран, еще и говорит этот полицейский с кусочков. Ну, Лего Дупло. Ну и ценники, конечно, здесь не как в Walmart. Хотя вот за 20 долларов есть дорога. We're just looking. У него же такая, да, есть? Нет, такой нет. То есть у него есть пожарка. Лего Дупло. А это уже Лего. Тут мелкие частички, а там для ребятишек маленьких. И стаканчик Лего, кружечка. Деды и бабы, да? Ага. Спасибо, баба. Алекс у Лего. Он когда первый раз увидел, запищал, аж ему понравился. А это здесь покупают билеты на аттракционы. Алекс поехал на карусели. Ну что, вы не закрываетесь? Дверцы что не закрываете? Помаши ручкой, Алекс. Бай, Алекс. Смотрите, какая карусель. Автобус типа поднимается и опускается. Не могу. Ну все, народ прибавляется прям чувствительно. Мы пришли, тут мало было народа. Зашли с Алексом на аттракцион. Здесь 25 минут можно находиться. Ну, можно выйти, если хочешь, раньше. Народу смотрите, сколько стоит. Мягко-мягко по полу ходить. Алекс, иди вот в эту трубу полезешь. Или сюда, вот в дверь, в дверь. Алекс, может, ты снимешь носки? Ой, эти ботинки. Нет? Ну иди. Полез мой. Children.
безопасно. Иди скатись быстрее! О, Господи! Ой, сколько здесь народу, мама дорогая. У меня инфаркт миокарда будет. С Алексом он везде залазит, а мне страшно. Американские горки. Тут тарзанка над головой пролетают. Как он оттуда вырубит? Да, они там простоят сейчас полчаса.